каждом сельском округе Анапы будет отремонтировано по несколько участков дорог. До сих пор главы территории располагали материалами, щебнем с карьера. Вместе с инициативными жителями благоустраивали улицы. Финансирование из муниципального бюджета дополнительно в помощь главам. Сергей Павлович, у нас прошел аукцион, 36 миллионов есть у нас победитель по ремонту сельских округов дорог. Поэтому я попрошу глав сельских округов посмотреть графики производства по вашим сельским округам. И если где-то там отставание или что, моментально сигнализировать мне лично. Сергей Сергеев поручил представить ему график выполнения работ, поставив на ежедневный контроль соблюдение сроков ремонта. Сейчас ремонт и благоустройство идет в Гастагаевском, Анапском и Субсехском округах. Главы отчитались о ходе этих работ. О графике, в котором сегодня трудятся анапские аграрии, доложил заместитель главы Александр Колесников. Во всех сельских округах Анапы завершилась уборка ячменя. На сегодняшний день зимний ячмень мы уже закончили уборку. Сейчас приступили к уборке зимой пшеницы. 2500 гектаров уже убрано из 8000, средняя урожайность 50 центнеров с гектара. Еще одна зона ответственности управления сельского хозяйства – выявление очагов произрастания амброзии и принятие мер к уничтожению опасного сорняка. Сергей Павлович подчеркнул, сложности межведомственного взаимодействия не должны мешать этой работе. Вы аллергикам об этом скажите, что там есть проблема, понимаете? Тем людям, которые при цветении забегают отсюда черти куда. Вот им расскажите, что есть проблема. Я посмотрю, поймут они вас или нет. Нет, не поймут. Ну тогда в чем дело? Расскажите мне. Какие дополнительные, вы к кому обратились? Какие дополнительные силы и средства нужны для того, чтобы бороться с этой заразой? Хотя бы понудить собственников, либо арендаторов земельных участков. На сегодняшний день во время мониторинга городской территории выявили 22 очага произрастания злостного сорняка. В городской черте уже выкошено 4000 квадратных метров газонов и площадей с дикой растительностью. Всем муниципальным службам и управлениям администрации поставлена задача до конца недели принять меры по удалению амброзии на закрепленных улицах.